Совсем немного времени остается до открытия главного инвестиционного форума страны. В павильонах идут последние приготовления к встрече делегатов со всей России. Основные пленарные сессии начнутся только завтра, ну а сегодня так называемый нулевой день форума или день молодежного предпринимательства. Начинающие бизнесмены со всей страны приехали сюда, в Сочи, чтобы обсудить основные экономические и политические вопросы со специалистами российского и международного бизнес-сообщества. Главная тема форума в этом году посвящена реализации национальных проектов. Со вступительным словом к делегатам обратится Дмитрий Медведев, премьер-министр, постоянный гость форума. Освещать это мероприятие будут все крупнейшие СМИ страны, «Комсомольская правда» в их числе. На протяжении всех дней форума в нашу открытую студию будут приходить главные спикеры со всей России. Олеся Гарипова, Андрей Минаев, «Комсомольская правда», Сочи.